Сегодня я вам расскажу совсем другую историю. Для кого-то она, может быть, будет несколько неожиданной. Я сегодня не буду петь. Мне просто кажется, что музыкой я могу гораздо больше выразить своих эмоций, чувств, переживаний, снов, иллюзий. Это некоторая такая новая дорога, поэтому мне несколько тревожно. Но я надеюсь, что все получится. Алексей Архиповский.